По-моему, у Спайка есть силы. Не прыгайте на меня. Все, ребят, мое терпение лопнуло. Я их выгуливаю, значит, целый час они были на улице, в туалет кто-то не сходил. Вот желтая моча. Вся, смотрите, по всему полу, вон, видите, есть следы. Ну, пипец, просто пипец. Нахер я их переселяю на улицу. Задолбали уже меня. Занавески. Короче, все в грязи. Воду разливают. Здесь шорох наводят. Плита вся грязная вечно. Здесь все шерсти. В общем, я уже реально устал. Что за хрень, блин? На улицу их надо. Жара, лето, блин. Сидят дома, кайфуют. Что? Че, мало кормлю вас или что, блин? Корм кушайте, мясо едите, молоко вон только выпили. Да, ногами брызгает, потому что нехер. Все разливают, все проливают. Я уже реально устал. Вон, смотрите, куча воды-то. А гоп вот такой тряпкой даже швабры нет. Вот так вот моет все на коленках. Спряталась. Ну, все, прибрался, прошло полчаса. Пожалуйста. Так, ребята, в город, короче, закрыл. Тихо, нет! Закрыл тут, короче, сделал зону барьера. Мало ли без меня. Просто хочу, чтобы побегали. Ну, короче, пойду, у меня много дел. Короче, ребят, вы со мной, да, так понял, поехали. Знаете, ребят, когда блогеры строятся, такие как я, они даже носят зимние штаны летом в жару, потому что нечего одеть. Нормально. У меня есть лен. Ну, блин, к чему этот лен? К кроссовкам. Мне в кроссовках удобно джинсы. Короче, вот так осенью, зимой не хожу и летом. Да, мы строимся. Все у нас классно. Мы как бы не паримся. Плиту залью, куплю себе вещи, ну и нахрен. Приехал в зоомагазин. Короче, парикмахера своего сменил, потому что грубо стал разговаривать в последнее время. Такой весь на нервах, не хочу. Короче, все, поменяли парикмахера. И идем покупать котейки все. Вот такую за 1500, недорогая, нормальная. Ребят, от глистов взяли. Капли. Кстати, кассу сейчас, всю камера запалит, вашу кассу. От глаз взяли. Ну, капли. От глистов взяли. Клетку взяли. Деньги давай. Кассу. Ну все. Ребят, такое ощущение, я как девушка с сумочкой такой розовенькой. Так что, ребят, все, что не делается, все делается к лучшему. То, что они отправили кошку, зато ее сейчас как королевишного будем отправлять. Все сделаем. Так, надо вам кое-что показать. Смотрите, какие часики. Самое интересное вот это, видите, на палке обычные сделаны. А почему обычная палка здесь? А это мы там их чуть модернизируем, это временный вариант. А, временный? Да. Зашел часы сделать. Ребят, вот такой ремешочек. Такого хорошего качества. Все, спасибо. Все, Эдуард. Все, давай. Хорошо. Давай, спасибо. Понимаете, да, зачем я это взял? Понимаете. Прикол, осы опять атакуют. Где-то у них гнездо прям. Хорошо, не успел. А, вон оно. Ну чё, Лена, кошмары продолжаются, начнем скоро. Будет война. Ребят, я сейчас себя в натуре отшамарил, у меня аж в ушах звенеет. Опять напали, сволочь. Лазит. Вот сучки. Вот он. Пошли нахер, у меня и дайте от вас уже. Вот сволочь, а. Вольерчики обмываем. Как ткань будет садиться, когда впитает воду, смотрите.
Вот смотрите, ведра переворачиваю, как будто специально делаю. Иди сюда, Ярик, малыш. Умничка. Сейчас наберем. Давай наберем воды. Ванную надо, ванную. Пей, да, все нормально. Пей водичку. Пей. Пей, Лунка, пейте водичку. Смотрите, у Аяврика линьки нету, а Лунка у нас тут нормально. Пипец. Давай, иди, покажи, как купаться. На, покажи. Молодец. Умничка. Яврик, давай еще разок. Иди купаться. Яврик, ну иди сюда. Яврик, иди сюда. Давай, покупайся. Молодец, иди купайся. Чего ты? Иди купайся. Давай. Давай, покупаемся, давай. Давай, молодец. Молодец. Ребят, молча сидит, ждет. Молодец. Пойдем. Чуть я сглазил, ёпта, нехай, запер. А я думаю, я капли взял. Ёпта, нехай. Так, сейчас, ребятки, я это... Ну, пойдем. О, открылся глаз, фу. Пугаешь меня. Так. Подержи. Даже не царапает лапу. Сейчас пробкой раздавим. О! Фу. Хорошо, далеко не улетел наш. А то ее глисты. Как мне нравится выхаживать, чтобы они, знаете, после такого состояния были в офигенной форме. Сейчас, подожди. Сейчас размешаем, теперь так будем от глистов давать. Не мяукает. Вчера ехала, я еще остановился в одно место на полчаса. Она сидела в коробке, даже не вылазила. Умница, а не кошка. Хоть бы съела. Сейчас еще капли закапаем. Молодец. Мы тебе лучшего желаем. И что она мне дала? Ёп, это шприц надо. Домой надо идти. Я думал, блин. А. Тут вот такая хрень. Все понятно. Сейчас попробуем. Чего ты не голодная? Кушаешь? Слушай, малыш, это полезно тебе. Очень вкусно. Ты такой никогда не ела. Давай наяривай. Ребят, там подписчики помогают. В общем, договорились по поводу новых хозяев. Вроде там хорошие люди, поэтому не переживайте. Так, чтобы ребят вы тоже видели. Ну, Прекрасно, малышка, прекрасно. Вот так вот, хорошо. Все. Сейчас приотрем и еще раз капнем на всякий. От грязи. Стопы. Так, еще разочек, да, для красоты. Учитесь у нашей кошечки, нашей Дымки. Вот так, все. Умница.
какая кошечка. Нам такие нужны. Блин, просто, ребят, взрослая. Можно было оставить, но взрослая просто, блин. Не надо тут волки-молки. И дома держать их, это уже пипец. Моих надо на улицу выселять. Так, все. Смотрите, комары, ну что они меня так любят? А? Ну что вы так меня любите, сволочи? Съедают сразу. А ты куда убежал, боишься? Ой, дальний глазик открывается. Так, ну что, малышка, смотри, какая вкуснятина. Кушаем, молодец, кушай, кушай. Дай, короче, я пошел, на комары съедают, что они обнаглели. Так, вот это я потом дам, потому что это, пусть у нее глисты чуть там пошевелятся, попутают. Ребят, вот и домик кошечки мы сделали. Вот видишь, глазик уже лучше, молодец. Потяжелело, слушай. Вот тут я постелю еще что-нибудь, все, она будет тут прятаться. Тут убрать надо, короче, сейчас все сделаю. Ну все, ребят, подмел, осталось постелить что-то, и все, у нее вот будет крыша над головой. И водички набрали. Кайфуешь? Ну кайфуй, я пошел. И спать вышло у нас хорошим. Настроение. Чего ты, камушка испугался? А этот уже все. Ну, видите, этот подобряк. Дождик собирается. Давайте покормим перед ночью. Вот. Глазик глянь. Вот хорош. Сказала, оставь, как раз для меня это работы будет побольше, она так сказала. Ну да, и нет, не помыла. Короче, у сестры сидим, родители так, приехали. Подожди, пили ногти, заняты. Вот ты нашел, когда... Па, ты скажи это, как говорят это, когда... лайфхак. Ребят, лайфхак, знаете, как кофе остужать? Что такое лайфхак? Лайфхак это папа, папа компот налил в кофе, чтобы остыл. Ребят, армянский лайфхак. Тихо, тихо. Я первый раз такой видел, я пил. Наш дедушка как делал бабук? Чай всегда мацу не наливал. Мацу? Это йогурт получался. Мог еще покрошить. Мы все смеялись над ним, а сейчас сам делаю очень мягкий чай. Чай? Очень приятный. Попробуй. Просто раньше не было ничего, они экспериментировали, новых хотели открыть. Ну, да. Кстати, ребята, у меня новая прическа. Надеюсь, вы привыкнете. Да, я сам дал себя. Ты теперь стал на блогера похож. Да, современного, да? Обычно. Все. Рекламы, все. Танюша, а ну, ма, повернись. Подожди, ну один раз. У меня больше денег не было, поэтому все не трогай. Хорошо. Прощаемся, Танюша! Давай! Так, сейчас будет нападение. Низа, падай. Ой, какие... Низа, тихо. Ой, какой он довольный. Тихо, не прыгать. Стоп, не прыгать. Тихо. Нельзя не прыгать на меня, не прыгайте. Все. Я вот так залез. Ой. Кимя, а ты обязательно должна кусаться. Да? Молодец. Вот оно счастье.
семейство. Собаки. Молодцы. Все, малыши, молодцы. Дайте вас понять. Да тихо, все, 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 все. Все, у графа рот как за километр. Пойдемте, пойдемте. Тихо, только не отцепляйтесь. Все, мама. Да тихо, нет, 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 все. Пойдем, пойдем. Да куда ты ударился? Все, 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 мама. Все, только руки помыл, сейчас этих надо гладить. Заигрываешь. Ты заигрываешь? Семья, вот моя семья. Классно. Нет, как Багирка, ну. Давайте, идите гуляйте. Бегу. Сейчас покормлю, сейчас. И пока гуляйте. Все, 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 хватит на вас. Все, все. Что там хорошего-то нашел? Красавчик, давайте-ка не трицать, не трицать. Так, все, я тут мыл сегодня. Все. Ищет, потерял, потерял Снежку. Че, забоялся? Не может найти Снежку. Потерял, потерял. Че, забоялся? Мусор. Мусор. Да Снежка не... Че, найти не можешь? Мусор, смотри. Смотри, вот он. Мусор, мусор, мусор. Вот она где. Все, нашел. Молодец, молодец. Все, все, все. Я тебе помог, помог найти твою принцессу. Все, молодец. Вообще-то давайте, Спайк и они сегодня не гуляли нифига. Классно, ребят. Все, пойдемте, идите гуляйте. Да об меня не тритесь, пожалуйста. Все, 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 все. Так, идите гулять. Давайте. Спайк хочет. Бля, они ждут давно. Пойдемте, Багир. Все, молодцы. Все, все, Керка, да все, ну, блин. Все. Вот так, вот так. Я не прячусь. Молодцы, молодцы. Молодцы. Киарка, иди в туалет, иди. Иди в туалет. Иди в туалет. Иди, как она любит гладиться. Все, 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 все. Все, 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 иди. Иди в туалет, иди в туалет. Бог встречает Спайк. Ты что? А я врек нагло, а Колобок прям стелится. У нас 2 часа ночи. Тихо, тихо. Я хочу Спайка, он на улице спит, хочу его это переселить. Он терпит Спайк. Все, да, волки, отстаньте. А я врек, отстану. Нельзя, а я бы. Я мальчик. Скажи, где волки, где я, да? Мне совсем рано. Сейчас я хочу ему вагончики поселить, вот это мягкое, и он там будет кайфовать. И там дуть не будет ему. Лу, найди сюда, со Спайком хочет остаться. Давай, да? Чего вы все проснулись? Давайте все. Баю-ба. Да хватит.